все, девочки, мальчики, я снова привет вам всем в Инстаграм. Мой любимый, все, кто меня смотрит, смотрите, на горе снег лежит, а везде он тает. У меня даже муж уже почистил машину все свои, двор чуть-чуть прибрал, и вот так вот снег. Но сказали, сегодня вечером снова будет. Сегодня у нас какое число? 4 января. В этом году у нас настоящий Новый год. Девчонки и мальчишки, я такая рада, мы вчера гуляли. Репортаж будет целое видео на полчаса. Наша параллея. Все буду показывать вам. Деревья. На нас с Костандинусом дерево не свалилось, пока мы шли по дороге. Было классно. Все, смотрите, заходите на мой канал. Увидимся. Всех вас любим, все целуем. Сейчас смотрите, как облачно. Но к вечеру обещали снова снег идти. Мы с детьми лепили Дед Мороза. Все это смотрите в моем видео. Дурачились здесь, снежки игрались. Класс! Так было классно. Дети такие довольные были, вы не представляете. Угрики. Сегодня Феофания, крещение. И мы идем бросать в море крест. В деревне называется Агрия. Вы многие уже были со мной здесь. Идут священники, люди, а там люди на берегу моря ждут нас. Священников с крестом. Сегодня один капюшон, Коста. Один капюшон. Холодно. Вот. И там сейчас стоит лодочка. И сейчас будем кидать крест. Сегодня очень холодно. Утром были заморозки, ночью были заморозки. Вон лодочки там. Сейчас будут... Я не знаю, кто будет нырять в эту погоду. Вась, меня Борона как пингвин. Борис, вот и вот их все таки улоклируш. Народ, видите, стоит на берегу моря и ждут, когда будут крестить всех нас. Ой. Вот такие вот дела. Фандеш пошу криво тора. Фама, подона то дома, идем. Я ты пуда фама, які. Ох, криво. Как холодно. Волны, лодка не стоит у них на месте, ее туда-сюда крутит. Ну что теперь, украсили пальмами причал. Священник читает. Будут кидать, мы не увидим. Ребята, видите, на лодках будут прыгать. Священники не поднялись на лодке, потому что ветер и холодно. Все уже приготовились. Сейчас кто быстрее? Ну давайте, закаленные ребятишки, прыгайте. Я не могу снять, как бросают крест. Ну, сниму для вас ребятишек, которые будут нырять. Ах, очень холодно дует так. Как они будут нырять в эту леденючую воду? Я не знаю. Ах. Давайте. Еще я нырну сюда. Элла Григора. Сейчас будет три раза так делать. Ах. Но две важат, еще раз прочитает, еще раз будет кидать. Ох.
Tai trys forai stupėtak sivajo į vėforą. Jo, komė, komė, duokime kąsą. Jo, komė, komė, duokime Η Αγία Τρίας διαφυλάξει πάντα σημάς. Θα παρακαλούσα λιγάκι να κάνουμε λίγη υπομονή όσοι αντέχουμε, να έρθουν οι άνθρωποι που πέσαν μέσα για να τους δώσω από ένα σταυρουδάκι, ευλογία, και μετά όσοι θέλουν να σπαστούν το σταυρό που έπεσε στη θάλασσα. Μπράβο, ευχαριστώ. На ту ребята, которые поймали крест, этот самый, он их этот самый осветит, и потом говорит, будете вы целовать и обнимать кресты, вот, которые посвятили море и все остальное. Ох, дрон даже прилетел. Вот, видите, какой он. Дядечка, как он тугомог это вынести? Сипакиса Тупос. Китриту Ставро Турнавали. Киады Тора. Κοιτώ όλο παιδί, τρίτο. Στέφανε! Ωπα! Και έχει κι άλλο. Давай, είδε, πισιότσι. Καλά. Все, мать, он крестики. Священник. Пригласили в этот самый. Будут читать Василопиту и будут резать. И потом, ну, там кофе. Я не знаю, детям что там будет. Какой-нибудь сок, наверное, для детей. И будут раздавать... Василопиту сейчас буду читать в гостинице. Обычно я вам ее показываю на берегу моря. Она находится, называется Балис. И мы туда сейчас идем. Вот, там такой есть большой зал. Садимся, тоже читаем, как в церкви. И там стол такой большой, увидите, я покажу вам. И будут резать Василопиту. Это сделали местные предприниматели для населения этой деревни. Вот. Деревня находится вот здесь, вот. Ой, деревня, гостиница вот здесь, на берегу моря. И мы все туда идем, видите, все туда направляются. Абсолютно все сейчас будут уходить с бережка моря. И туда. Ох, руки заледенеют. Холодно. Здесь надо штаны ватные одевать. У вас там снег и вам холодно. А здесь, блин, снега нету. Извиняюсь за блин. И здесь снега нету, и опять холодно. А возле моря такой ветроган. Аж задубиваешь. Дин что-то там визжит, идет по дороге. Чего визжит, не знаю. Ребенок, нога сломана. Хромает, тоже в церковь пришел. Вот, очень сильно дует. Ну ладно. Когда дойдем до гостиницы, я вам покажу. Вот она, эта гостиничка. Туда, кто, у кого машины рядом, едут на машинах. А я сейчас перейду. Здесь рестораны, здесь бар. Вон, видите, там стойки барные. Здесь летом сидят, отдыхают. Столики. Пама, покину межу пералигу. Я тогда не лиду. Иди, ики ресепшнс. Ресепшн, ресепшн. Вот. Знаете, как красиво растет этот самый. Дидролевану называется, наверное. Да, дидролевану. Смотрите, как красиво. Пальма здесь.
Вот. Ба, и ке Есудуш, 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 пошка. Пошла ту пиш, Коста. Ну, смотрите, как красиво постригли здесь все пирамидкой. А здесь круглый какой-то. Ну что, вы все едете? Куда вы все здесь припаркуетесь? А пудо капу? А пудо? Мама, не? Ой. Если все на пути, иду бену ты на попла. Бассейн здесь. На, пісіни до їх, на ртом йду на кацуму. Пісіна. На, басейн. Басейн, пісіно. Вот так вот. Дорогая гостиничка, оставил сигарету. Какие-то афиши цигары, иду на дым, на капнижит. Капнижи. Ой, ты на авто, шкилаки. Яшу, яшу, шкилаки. Пип-пип-пип. Авто ялину, ты на пластику. Давай я тебе сфотографирую с ним, Коста. Здесь такая, девочки, мальчики. Волосы. Ветер все от капюшона. Размусулили. Здесь тоже зеркальце. Вот так вот. Туалетики здесь, там тоже зеркальце. Везде, здесь для лялечек есть место. Давайте, пойдемте. Здесь мужчины. А здесь вот так вот. Так, пойдемте сюда. Мои здесь ждут меня. Такая кукла красивая. Вообще, ручки у нее такие. Красивые, да? Салон, люстра такая. А здесь домик. С чем домик? Сидят, отдыхают. Здесь опять медвежатки. Коста, ты был маленький, мы сюда приходили, здесь были медведи. И опять эти медвежата здесь. Здесь раньше была большая-большая елка. Но сейчас елки я не вижу. Здесь какой-то домик стоит. Рождественский, видимо. А, елка здесь. На, Эля. Ой, Коста! Идите сюда, Эля. Кита Аркуда. Давай я тебя в нем сфотографирую. Иди сюда. Елка здесь. Иди сюда. Оголиться, Эля. Ну, мы засняли Костаса. Ой, какие игрушки красивые. Желтые. Здесь весь семейка. Скупольная. Ну все, пойдемте. Аркудиться. Не-не-не. Какие зубы. Какие-то додья. Зубки. Да, Мишка? Русский медведь, он весь для русский. О, Дед Мороз, Коста. Давайте я с Дедом Морозом тоже засфотографирую. Смотри. Куда он пошел? Да, смотри. Ну, пойдемте туда, вовнутрь. Пошлите. Памы на Акацуме. Нас будут угощать. Пряничные домики. Ага, смотри, какие красивые. Ой, здесь елка пряничная. Девочки, девочки и умелочки. Смотрите, как делать елочку. Из звездочек. Печенье со звездочек, начиная с большого и кончая маленьким. Еще один пряничный домик. И Дед Мороз. И пойдемте. Сядем за стол, попьем кофе. Вот так называется гостиница. Памы. Сейчас водичку. Неро. И нам питы там поставили. А ты что такое? Водичку. Кексы там. Катнлигу калитера. Стемода. Не. Валики мене. Валі сте п'ятаки. Денехі міпус. Еля. Еля, як це його нас вигалю фотографія? Ваю. Китате.
Εντάξει. Εσύ τουλάχιστον μη κάνεις έτσι μάτι, σαν είναι. Ήπιες ένα λίτρο βότκα. Όχι εδώ. Костас, что тебе там дали? Сына. Давайте, сейчас нам принесут. На, вот. Видите, так. И вот мне поставили, видите. Сейчас будем посмотреть, выиграли мы копеечку или нет. Костас, ой, железку-то не кушай, над столом давай ешь. Ноги задрал. Давайте будем смотреть, кому попадется. Все за столом сидят, кушают пита. Ваю, все их стыпода? Я тут сисан, сейчас я. Ну-ка давай, Коста, аниксету. Давай, аниксету. Мипуш кату, кату, ине. Аниксету, кату. Ποιος έχει φλουρί, δεν είναι. Ο Βάιος μια φορά κέρδισε εδώ, πριν 4 χρόνια. Ναι. Εντάξει, δίνουν κάποιο δώρα. Μπράβο! Καλή χρονιά! Σήκω να το δουν όλοι, μην νομίζω. Σήκω να το δουν. Κέρδισες! Μπράβο! Игра. Какой-нибудь приз выиграешь, может быть. У меня нету. Эй, ты где? Не, не, не. Не выражай. Альфа. Кушай давай теперь. На ложечкой. Кушай ложкой. Кто выиграл, дают вот эту штучку, бумажку, там должно быть выигрыш какой-то. Ты кирдижаны, ты кирдижаны. Дорогая подойди. А, браво. Счет с суммой. Выиграли. Мы уходим. Здесь кафе-бар. Целая куча народу там сидят. И пес такой.
с этими шипами. Такой интересный песик. Да, пока-пока, собачка с языком высунутым. А ветер на улице, холодно. А нам идти до церкви, там машина у нас припаркована. Через всю деревню. Ладно. Всем кала Христугина, кала Протухруня. И хороших крещения. Завтра в России, в Украине, в Белоруссии. Этот самый... Рождество. Всех с праздником вас. На люди некоторые подогнали сюда машины, а мы нет, мы не подогнали. Вальф у меня как пингвин закутался в этот самый шарф, в шапку. Вот. Ладно, все, всем пока-пока.